Несчастный случай подстроен, и Бенлин мертв. Отлично. Ты более чем заслужен. Я дарю тебе этот кинжал. Это зачарованный клинок из... Да, ты ценное приобретение для нашего сообщества. Теперь иди, дитя. Скучаешь по работе? Что ж, я в тебе не ошибся. Твоя цель — темный эльф по имени Валь... Недавно из этой тюрьмы бежал заключен. Он использовал сеть туннелей, ведущих в канализацию имперского города. Как раз неподалеку от имперской тюрьмы есть решетка, ведущая в канализацию. Недавно она была закрыта. Найти Дрета и его... Вален Дрет был приговорен к длительному сроку заключения. Язык-то у него острый. Ты получишь премию, если выполнишь этот контракт, не убив ни одного из... Что мы охраняем?
Я вполне согласен с тобой, поверь мне. Эти ассасины получили, что хотели. Император мертв. Им незачем возвращаться назад. Вот именно это я и говорю. Разве капитан будет слушать? Нет. Мы должны стоять на посту. Тюрьма должна оставаться под охраной. Да, смешно, правда? Кого мы тут охраняем? Дрета? С тех пор, как второй заключенный сбежал, он единственный, кто бьет там. Однако не стоит придираться к капитану Монтро. У него это большое продвижение в карьере. Нужно произвести впечатление. Не на начальство. Да, точно. Пожалуй, мне нужно возвращаться на свой пост. Эй, и не забудь, мы сегодня встречаемся в плавучей таверне. Thank you.
должен признать, я буду скучать по тебе, Дред. По ночным взбучкам, по твоим жалобным крикам о помощи. Грязный пес, я же говорил тебе, что все равно выйду отсюда. Мой сон заканчивается, и ты ничего не можешь с этим поделать. Да, точно. Сколько ты здесь провел? 7-8 лет? Мы так давно вместе, ты и я. Я всегда знал, что однажды этому придет конец. 11 лет в этой крысиной дыре. Правда? И куда ты пойдешь? А? Что ты будешь делать? Ты не выживешь там, Дред. Ты животное. Твое место в этой клетке. Я вспомню твои слова, когда буду лежать на пляже острова Саммерса с твоей женой, имперская свинья. Точно? И ты будешь богатым. О, ты даже станешь королем. Знаешь, что я думаю, Дред? Я думаю, ты вернешься. Такие, как ты, всегда возвращаются. И увидишь, имперский пес, когда я выберусь. Весь Тамриэль узнает мое имя. Вален Дред. Вален Дред. Хорошо, хорошо. Я готов выпустить тебя прямо сейчас, если ты заткнешься.
Итак, тебе удалось проникнуть в имперскую тюрьму, ликвидировать Валя. Помимо стандартного вознаграждения, я выдаю тебе премиальный. Когда ты носишь весы с собой, они магическим образом повышают твою силу, интеллект и ловкость, но снижают обаяние. Тебя ждет особый контракт. Откровенно говоря, я не хочу предлагать его никому. Обычно нас просят отнять жизнь, но не в этот раз. Контракт требует инсценировать убийство человека, приговоренного к смерти. Тебе следует отправиться в город Коралл и проникнуть в дом Франсуа Мотьер. Внутри ты найдешь... Видишь ли, Франсуа Мотьер обречен. Он должен значительную сумму... Возьми. Ты используешь этот отравленный нож, чтобы инсценировать смерть Матьера в присутствии инфорсера. Матьер сам объяснит. Это необычный контракт. Матьеру пришлось за... Пролей для меня немножко кровушки, дорогой. Твой брат. Что-то нужно? Тот бедняга в холле часовни. Иногда я хожу посмотреть на великий дуб. Потрясающее зрелище, правда? О, привет. Вероятно, это о тебе, говорил мне Люсьен. Я занял немного золота у одних подонков. Я не вернул его вовремя. Они послали громилу, чтобы он убил меня. Его зовут Прячущий свое сердце. Он уже идет. Когда Прячущий свое сердце придет сюда, я устрою маленький спектакль. Ты ударишь меня своим... После этого тебе нужно бежать из Коралла. Но Прячущего свое сердце нельзя убивать. Так, если ты подождешь один день, мое тело будет помещено в крипту часовни Коралла. Ты сможешь прийти ко мне и применить противоядие. Все понятно? Хорошо.
Пока. Матьер, я знаю, что ты там. Мои наниматели очень недовольны тобой. Я иду. Можешь молить о пощаде, но это тебе вряд ли поможет. Я пришел, чтобы взыскать долг твоей кровью. Ты...